Всем здорово. В последнее время видосы редко так начинаются, но в общем, менял я тут болты, потому что старым настал пиздец. И уронил туда шплинт от кардана. Теперь разбираются ПГ, чтобы добраться до шплинта. Прокладка улетела. Вот он заклинил в таком положении, плюс еще сегодня прокладку новую сделаю. Это вообще как-то не так стало, что это такое? Пиздец. Ужас какой-то. Короче, вот. Он как бы заклинил. Но если крутить в другую сторону, то все нормально. Осталось найти, где эта херня лежит, и придумать, как ее вытащить. Я так понимаю, на самом низу, раз шатуном ее клинит. Вот так. В общем, что, сейчас будем решать, как это все вынимать. Как вынуть, соберем, посмотрим, остался ли подсос воздуха. Плюс еще скоро придут сальники. Потому что у меня опять потек сальник. Ну и все, вроде как все должно будет работать. Вот так вот. Все, давайте. Собственно говоря, это мразота. Вот она. В общем, рассказываю, как вынуть вот такую херню, если она у вас в кривошипе затерялась. В общем, ставите мопед. У меня есть ручник, вы можете просто тормоз зажать. Кидайте на дыбы. И вот так вот. Дергаете, дергаете, пока она сама не выскочит. Не, она не выскочила, упала внутрь поршня. Но так как у меня там окно, через окошко она выпала, когда я его поставил на землю. Вот так вот. В общем, до момента, пока не придут мои заказики, будет он стоять вот с такой вот дыркой. Все запчасти от него сложу в диану. Ну, инструменты тоже, чтобы много раз не бегать. Вот. Короче, собрал я его, но подсос вообще никуда не пропал. Понимаю, что темно. Ёбкую мать. Понимаю, что темно и нихуя не видно. Но я попробую показать. Короче, нихуя не изменилось. Он все так же пытается меня убить. Так, ну вроде нормально. Точно. Ну-ка. А хуй там. Конечно. Короче, остался тот же эффект. То есть он сам разгоняется. Мне этот эффект не нравится. Он меня раздражает. Есть, конечно, поломки, с которыми можно уживаться, но не с такой. Короче, надо будет менять сальники. И абсолютно все прокладки, которые только могут где-то сосать воздух. Вот видишь, он сам едет. Ну, хоть тормоза у меня иногда куда-то съебывается вообще. Поворотники, стопак не работает вот на время. Потом снова появляется и снова пропадает. Я не знаю, где его там кротит, этого полудурка. Но явно где-то кротит. Сам едет, абсолютно сам. Я ручку не трогаю газа.
Ебать, он гоняет. Вот я оттормаживаю до нуля, и все, он перестает ехать и лопнет. И вот опять, ручка закрыта, блядь. Откуда он сосет? Ну да, сальник у меня течет один. Ну, блядь, я вот сейчас собрал без накладки. Стало чуть-чуть лучше, но все равно остался, блядь. Когда на задний тормоз нажимаешь, он как-то кричит странно, блядь. Надо тормоз подтянуть задний. Во, сейчас он перестал вылететь, разгоняться. Но стоит чуть-чуть газу дать, и все, пиздец. Буду ставить 21 кар. И до момента, пока у меня появится этот кар, надо избавиться от подсоса. О, поворотик. И гудок вернулся. Не хочу терять лягу. Пиздец. Напал поворотик. Зачем-то решил, что поеду домой, поехал домой и решил через другой вход. Странный я человек, да, со своими тараканами. То есть я мог вон там прямо заехать, но не стал. Вот мне нравится, как он с места едет. Дальше все, дальше он вкусно становится. Все, видишь, уронил холостой, и все. Вот так вот. Я, честно говоря, уже заебался. Искать у него эти все проблемы. Ну вот что точно, это мы поменяем сальники с генной стороны, если он там течет, со стороны вариатора. Потом прокладки под башкой, прокладки на впуске. На впуск вообще лучше сделать новое крепление, потому что я там все болты сорвал. Сейчас поставил другие. Вроде как держится, но я не уверен. Диана стоит. Что стоит, хер ее знает. Вот у нее карта пиздатый просто.
обязательно на нем бы собрать. Ладно, чё, всё, всем удачи, всем пока.